Серьезно! Серьезно! Удачи всем! Счастливых вам голодных игр! Смотря на это, вообще непонятно, что это КС. Вы что, издеваетесь? Поможешь мне? Молодцы, ребята, каждому сегодня премию выпишем. Дышать, дышать, дышать. Найс! Мы продолжаем ивент «Возвращение в 2017 год», и сегодня у нас Олимпийские игры, которые в свое время набирали нереальные просмотры, только гляньте. Но для особого кайфа сегодня участники выпуска будет став проекта CyberShock. Кто же они? Серверные разработчики Vendor, Loco, Rosti и Roadside Romeo, фронтендер Control, SMM-щик Крабик, руководитель YouTube каналов Игорь Филиппов, операционный директор Юрий Кукушкин, агенты поддержки Экстаз и Фрэнзис. Кстати, если вы не знали, на сайте можно отправить сообщение и вам ответят в лайв-чате. Кнопочка справа внизу. Сеньор лид модерации Look at me. Левел дизайнер 3x1s7, либо просто Комаров Юра. Каждый из них поборется за главный приз, нож в CSGO. На втором месте у нас перчатки, а на третьем калаш Азимов. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк под этим роликом, это очень важно для канала. Ну а мы приступаем. Ну а помогать мне в комментировании будет наш любимый Максим Бахтин. У него лучшие мемы на Диком Западе. У нас 12 участников. Мы выбрали все самые интересные карты за последнее время из воркшопа и проведем там состязание. Первая карта – это игра в кальмара. Ну что, бойцы? 12 человек. Первое задание очень простое. Вам всего лишь надо останавливаться, когда на вас смотрит девочка. Это все, что нужно сделать. Играем эту карту до тех пор, пока не вылетят 2 человека. Стоп, а мы же тоже типа играем, да? Нет, мы не играем. Я пока смотрю с этого ракурса. А, все. Вы что, издеваетесь? Так, пауза, это не пойдет. Вы разработчики CSGO. Вы умеете ходить? О боже, команда бездари, ребят, кого вы набрали? Это не игра, ребят. Ну это просто... Давайте еще раз. Играем. Игра онлайн. Пожалуйста, у вас время, смотрите, у вас 1.5 минуты. Удачи всем, счастливых вам голодных игр. Блять. Рости! Да ёбрус. Нет, еще один чел остался. Бежать. Стойте, да, стойте. Вижу. Не спешите, у вас 45 секунд, очень много. Юра, пожалуйста, пройди эту карту. У тебя... А, Никита остался, я его не видел. Дышать. Найс, ребят, за носиком всех спасибо. Ребят, вы прошли. Один человек, блин, Ростик. А что здесь надо делать, пацаны? Кружочек. А. Так, нужно, да, сделать аккуратненькую фигурку. Юра. Ребята. Ребятки, да, играем дальше, но не на этой карте. Вас уже 10 человек осталось. Это вами тикеты просматривать, дорогие друзья, ё-моё. Это реальный щит, это реальный лайф. Вторая карта. Нас уже 10 человек. Здесь все гораздо сложнее. Тут нужен какой-то доскилл. Это КЗ. Пол — это лава. Если что, с каждой секундой лава поднимается вверх. Так, мужики. Сейчас у вас одна попытка. Сложность карты будет 1. Погибают в этом состязании 2 человека. Вы должны добраться до самого верха. Либо без разницы, главное не умереть от лавы. Потихонечку, ребят, пробельчиком работаем, не торопимся. О, блин. Бахтин, ты чем мешаешь, блин? А, стоп. Не, он не мешает. Нет, ребят, я могу дальше идти. Нормально, сейчас эти бэм-бэм. Оп, барикопчик. Ошибка. А, в натуре. У нас минус один игрок. У нас минус один игрок. Ну я нормально. Проверил, так скажем. Антон, я тебе советую остановиться, у тебя есть шанс. Все, Экстаз. Дима, за что? Экстаз покидает нас. Все, у нас уже минус 2 человека. Все. Третье задание. Нас уже 8 человек. Блок пати. Что-то из Майнкрафта. Следующая карта это у нас блок пати. Вся задача заключается в том, что вы должны встать на тот цвет, который у вас пишется в уведомлении. Такая вот простейшая история. Поэтому сейчас мы начинаем, делаем рестарт, и здесь выходят 2 игрока. Но чтобы вылететь, нужно погибнуть 2 раза к ряду. Да, начинайте. Это игра, это лайф. Let's go.
Зеленый цвет на экранах, конечно, идем на зеленый квадратик. Бэм, все успели, молодцы, ребята. Каждому сегодня премию выпишем. Найс, лучше. Фиолетовый. Фиолетовый, ребят, с переводом с английского у нас язык. Ай-яй-яй. Блин. Ну, но... Фан БМС, да. Да, у него минус один балл. Он все еще может выиграть. На скорость просто, задача на реакцию. Пюрпл, пюрпл, ребят, быстрее, фиолетовый. Найс, умничка. Ой-ой-ой. У нас минус первый. А, нет, у нас минус один еще. Минус Никита. Зеленый цвет, ребят, он все успели. Молодцы, молодцы, ребята, работаем быстро на реакцию. Хорошо, идем. О, тречок-то какой. Тречок-то какой, ребята. Прям жить хочется. А, у нас минус один игрок, но мы продолжаем игру. Ай-яй-яй. У нас уже точно минус один игрок. Никита покидает, к сожалению, этот ивент. Пёрпл, ребят, пёрпл, пёрпл, в темпе. Найс, умнички, а, ну почти умнички. Найс, трай, минус три. Юрий. Близко. Так, близко. Юра покидает. Так, Юра покидает, да, Юра умер второй раз подряд. Помянем. Помянем. Вас теперь шестеро. Сейчас вас, я вас приглашаю на следующее испытание. Четвертое задание. Нас уже 6 человек. Сейчас мы сыграем в грёбаные туалеты. Мы на следующей карте. Это туалеты, Максим. Да, Эрик, йоу, короче, правила этой карты. У вас есть 15 секунд на то, чтобы найти себе туалет и засесть в него. Контртеррористы должны найти вас, но те, кто не успел, умирают. В течение раунда вы не можете выходить из туалета, ибо вас тоже убьют. Вот так вот, ребята, вот так. У нас в руках Зевсы, и сейчас мы будем с тобой искать туалеты, где есть наши игроки. Первые два человека, которых мы найдем, выбивают из игры. Так, ну что ж, начинаем. Начинаем. Давай аккуратно подходить к каждому. Смотри, хорошо, давай представим, если ты человек, который хочет спрятаться в туалете, ты спамнишься вот так примерно. Я бы, наверное, пошел бы сюда, и я подумал бы, хочу где-то в углу, чтобы меня бы не чекали. А, серьезно, серьезно. Шеф с автом катает, ребят, у него ВХ забить. Это первая дверь. Черт. Это дедуктивный CSGO. Я думаю, вот здесь, тоже в угол. А, ладно. Ай-яй-яй, найс трай. Ну я бы на самом деле, я бы наоборот спрятался где-то в центре, потому что как раз таки... Типа не отходим далеко, да. Да, да, это как в прятки в детстве, прятаться в самом начале. Где... Итак, fire the hole. А, кто убьет нас, он получает иммунитет. На след... Вообще иммунитет, он никак не вылетит. Да ладно! Игорь, нет, шеф! Шеф! Искусственное дыхание, тихо! Дышите, 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 дышите. МЧСников вызываем всех, так, все, так, все службы. Макс, давай, ты должен найти еще второго. А я просто вот так вот. Банихопчика, оп! И такой, а, ладно, хорошо. Вот это еще близко. Стоп, а реально? Ты видел кого? Хорош, хорош. Погнали, погнали, работаем. Работает сват, ребят, никому не двигаться. Сейчас в темпе все откроем. Бэм, бэм, бэмчик. Так, у нас минус Вова. Хорош, хорошо, хорошо. А мы уже действуем оперативно, мы уже типа мелочиться не будем. Да, 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 да. Ну как с Данил? О, у него иммунитет, пропускаем. Дальше идем. Да ладно! Меня он тоже убил, меня он тоже убил. Фрэнзис, хорош. Ну тут все чисто, босс, все тут проверено. У меня тут чел. Поможешь мне? Вот тут чел. Смотри на его ствол. Смотри, смотри. Как же сработано было близко. Как же было сработано. А, все, у нас Даня вылетел первый. И сейчас нужно найти Вову, и все, игра заканчивается. А, нет, его тут нет. О, так, у нас еще один... Вот где-то вот тут вот. Так, все, у нас минус Антон. Отлично, босс, хорошо работаем. Пятое задание. Покидают два человека. Это картинг. Да, это очень странно, что есть на первом сурсе, но ладно. Максим, осталось 4 бойца. Краб, Вендер, Френзи и Анклоуд. Анклоуд, хочу поправить вас. Анклоуд, yeah. Да, да, да. Краб, расскажите, пожалуйста, почему вы здесь? Хочу выиграть крутой приз. Вова, посмотрим. Почему ты здесь? Выиграть приз, о котором мы не знаем. Френзи. Просто спать еще рано. Я буду потеть и фаниться. Сейчас вы на той карте, которую никто не знает. Это картинг. Но тут у вас будет оружие. У вас падают сверхсилы, способности. И вы должны их использовать. Ракеты. Ну что ж,
давайте начинать. Удачи всем участникам. Смотрите, вы сейчас играете командой. Та команда, которая побеждает, играет 1-1 уже в финале. Все, игра пошла. Все, пошла заруба, ребят, у нас на машинках маленьких. И, смотря на это, вообще непонятно, что это КС. Марио Карт, уху, летим. А у кого флаг? Первый выстрел был. Стоп, как понять. Противника не вижу. Нет, противника вижу. Смотрите, голубой флаг. Игорь забрал голубой флаг, правильно? Да, второй уже. Второй. И он бежит на базу. А, так флаг это просто типа такой, типа луч солнца. Да, да, да. Все, разгадана загадка. Найс. 2-0 у нас по счету, ребят, на табло. Как ты, Фрэнзи, как ты попал? Как? А ред плеер что? О боже! Ай, красиво! Почему, красиво, когда я смотрю за Фрэнзи, он всегда делает какие-то нереальные киллы? Так, все, у нас понял. Получается... 3-0! Крабик, давай! Пошла атака со стороны краба, просто две пули зарядил. Ой, близко было. Ой-ой-ой, еще близко было. Найс трай. Так, крабик забрал у нас флаг. 1-3 тем временем на табло, конкуренция нарастает. Вендер, 1.5 минуты, нам просто держаться надо, давай их гасить нафиг. Слушай, ну они играют командно. Слушай, по идее, сейчас если крабик добегает, то они могут выиграть. Сейчас будет 2-1. Будет 2-3 точнее. Так, это без блага. В смысле крабика? О, не получается у крабика. А, все, получилось. Найс, 2-3. 2-3. 55 секунд. Синие должны просто... Взял наш флаг, идет по центру. Синие, два подряд, давайте. В темпе, мальчики. Так, крабик летит. Ай-яй-яй, взрывают. 45 секунд. Ну, по сути, еще можно сделать ничего. Ну, Фрэнзи тоже несет, Фрэнзи тоже. Фрэнзи летит хорошо. Если сейчас Фрэнзи... 30 секунд. 30 секунд. Где он? Поставить. Он не может развернуться, и его взорвали. Не, время на карте пишется. 2-4. 2-4. Слушай, ну... Ну, найс трай. Ребятки, молодцы. Они быстрее догадались, и поэтому... Заслуженная победа. Ладно, друзьяшки, сейчас будет финал. Финальное задание CS GO Hero. Вы должны вовремя стрелять в нужную точку под музыку, дабы набирать за каждое точное попадание очки. А, это то же самое, что Guitar Hero, где нужно в нужный момент стрелять в точку. За каждое попадание вы получаете очки. Чем оно идеальнее, тем больше очков. Мы играем 2 трека, у кого будет больше очков за 2 отыгрыша, тот и побеждает в наших олимпийских играх. Так, ну что ж, давайте начинать. Нормально идет, хорошо, потихой. Ускоряется. 100 очков получил за одну. 930 очков. Плюс 50, плюс 100. Плюс... Супер. Пару миссов всего было, просто 2170. 270. 270. Ты, Игорь, давай. Поехали. Shoot to begin. Нет! Моя ставка 1940. Очень много пингует, промахов. Пингует, немножко пингует, да. Ой, понимаем. У него лустрик пошел. Подожди, ну тут... Тут шанс уменьшается. 1350. Опа, неожиданно замедлилось у нас. Так, 1600. Давай, по каждой достреливай потихонечку. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. 1870. 50 очков разница, да? Нет, какие 50? Он 200 вроде. А сколько у него было? 300 очков разница. 2170. Ровно 300 очков, да? Игорь, let's go. А, нет, Вова начинает. Сори. Это, если что, новый трек. Ой, ну он какой-то более движовый такой, чувство. Слушай, но он уже собрал 400 очков. А, это все, что ли, сейчас да, будет? Да. Ой-ой-ой, Игорян. Ну нормально, 500, 490. Достаточно быстро было. Ну что, удачи пожелаем, что второму финалисту у нас. Погнали, работаем. Погнали, в Петрозаводске холод такой стоит, руки холодные. Так, уже 200. Близко, очень близко, еще столько же. Нормально, 350. Ай! Мист, дорогие друзья. Ладно, ничего страшного, бывает. Ай!
Найс-трай. 440, Вова, ты победитель! Владимир, Вова, ты вообще в это верил? Немножко верил. Немножко. Вова стал чемпионом Олимпийских игр. Ой, Игорь, это было очень близко. Я предлагаю решить, кто у нас третье место, так сказать. У кого больше очков, тот и занимает третье место. Это как? Он еще гений, стрейфит, он смотри, гений, он гений. Он еще от пули отворачивается, гений. У нас новый победитель, ребят. 700 на... очков на второй песне, как? Сейчас, Френзи. Как бы страшно. 60-очка есть, нормальная, вкусная, уверенная. 280. 330. 330, да. У нас побеждает краб, и он занимает третье почетное место. Надеюсь, вам понравился такой выпуск Олимпийских игр, и если да, то, возможно, такой можно снимать и дальше. Все зависит от твоего лайка и подписки на канал. Советую глянуть другие ролики на экране. До следующей публикации, с тобой был я, Эрик Шоков, или просто Шок. Пока.